ты ехал? Я ехал 26 часов в перелетах и еще, наверное, плюс 2 часа в трансферах, 28. Понравилось? Отлично. Особенно мне понравилось, когда в Дюссельдорфе очень много ребят, одетых в платочки, хлопушками хлопали, встречали кого-то. Прикольно. Ты явно был не ты. Мне все было хорошо, полицаи напрягались по-лютому вообще. Ну понятно, хлопушки нервные. Нервные, да. Вот приехала еда из супермаркета. Привет. Привет. Я сейчас. Привет, вы купили... Шлагбаумом не накрыло. А, ну так там он называется шлагбаум. Ты видел, что на нем? Фак. Диночка. Так, ну все, мы готовы. У нас лодка чистая. Все убрано, все собрано. Винты проверены, двигатели проверены, все системы проверены. Мы залиты полностью водой. Завтра подливаемся и стартуем. Все, что нам нужно сделать, нам нужно будет убрать вот эту лодку. Ну и все, и мы поползли себе тихонечко вот так вот туда, и вот там вот выход. Это вы четкие.
и даешь малый назад, чтобы у тебя жопа начала уезжать. И когда только не сильно. Когда у тебя жопа начнет дальше уезжать, они тебе все отпустят. Ростик, те самые ништяковые задачи. А что будешь? Кто же? Она даже считает, как много лески распутала. Ну да, да, это счетчик. Да проходим пико. О, класс! Птицы! Вынимай! Дурная птица бы вообще. Чего она его поймала? Ростик, смотри, чтобы не укусила. Аккуратно. За голову ее держи. Ого. Я слежу. Да-да, нормально. Блять, если она сейчас на эту попала. Не-не, нормально. Мы сейчас проходим мимо пико. Сейчас Сережа на вахте. Варианты есть всегда, да или нет? Скорее всего, да. Крутяк. Поздний завтрак. Поздний завтрак. А у нас сейчас только приемник Аиса. И передатчик тоже. Ну, должен быть. Много. Острова может задувать. Там как раз там должен быть. Канал хороший между островами, да. Выглядит, как будто они пьют. Нет, за рулем не пью. Don't drink and drive, but smoke and fly. Синька-чмо. А вот там, возможно, начнется уже ветер. Сраные чайки. Да ты прям туда вставай. Тут сейчас будет болтаться камера, ладно.
всяком случае идем, не стоим, без движка. Много парусов. Сейчас. Сережа, что ты тут такое делаешь? Друзья, у нас сегодня рис с болгарским перцем. С болгарским соусом. Болгарский рис, ну, болгарский перец. И куриные бедра а-ля натурель. Отлично. Давай уже раздражаешь. Уже раздражаешь. Бешу, я знаю. Уже все давно пожрали, а ты еще все готовишь. Да, вы считаете меня негодяем. Выглядит, как будто Ростик жрет за двоих. Вот так еще могу сделать. Просто наглость. В две хари. С двух рук в одну харю. По-македонски. Быстро. Ну что, приятного аппетита. Телекузики. Приятного переваривания. Ростик вахту принял. Отлично. Переваривает зло. А Сережа делает вид, что у него ловит телефон. Хочет похвастаться своим мощным коннекшеном на айфоне. Я смотрел ваши фотографии. Я любовался нашим яхтингом. То есть тебе вот так вот по сторонам смотреть говенно, да? Да по сторонам я уже смотрел. Что сто раз видел. Выхожу в фильм про море. Каждый день. Люди те же. Смотри, как красиво. Привет. Доброй ночи. Как? Ну что, как у вас тут? Сегодня шикарно. Во-первых, сухо, во-вторых, тепло. Четвертый час идем с абсолютно стабильными 15-18 узлов. И совершенно стабильным... По скорости? Ветра, да. Совершенно стабильным углом. Это 45-55 градусов. Отдыхайте, сэр. Yes, сэр. Так, жилетки у нас где? Вот жилетки. Вон одна. Ага. Вот ага. Вторая. Понял. О, супер. О. Да нет, отдыхай. Короче, вот так выглядит ночной яхтинг. Как вы просили, наконец-то у нас камера снимает ночью. Вода не видно, все равно ничего. Поэтому сильно не знаю, что тут будет видно. Что? Как это ты сделал так? А? Так, ну вот, у нас очередной день. Вернее, самое утро. Миляж мы не замеряли, фиг его знает, но идем мы хорошо. То есть мы меньше 6 не опускаемся, а то и там 6-7 идем. Угол к ветру вот такой. Ветер скис, стал пятнашку, но это устраивает, потому что мы шли ночью на первом рифе Генуи и сейчас разрифуемся и будем идти на полных парусах. Проходим мы остров. Все получилось удачно. Вот остров. Вы видите, вот так вот нас скидывает течением, и потом здесь мы уходим, вот из-за того, что течение перестало,
просто идем параллельно острову. То есть, ну, вот все по плану, вот так вот получилось точно пройти вот здесь вот прямо в хвостике. Так, ну вот Сан-Мигель мы скоро пройдем и ляжем прямо чуть-чуть южнее, прямо в Гибралтар. Прямо тут вкусняшки получились. Кофе упал. Ну. Лучше бывает. Сережа у нас наказан, он у нас в машинном отделении. Наказуха. Ну нормально, выше. Абсолютно. Выше. Ну, с креном идет. Ну да, да. Как раз. И у джинсет проверь. А проблема у нас в следующем. У нас вот водяная помпа перестала работать. Бак полный, кашляет, чихает и ничего не происходит. Вот это да, это большая проблема. Вот, глубоко. Ух ты, как удобно сделано. Прямо вообще. Вот. А что случилось? Проверка масла и помпа перестала работать. Водяная? Да, угу. При этом она светится на панели, как работает. Ну, как в прошлый раз, да? Да. Типа и... воздуха как будто хапнул. Да. Но помпа-то не работает. Вот в чем засада. В этот момент. Сука такая. Ну что, сухой? Нет. Полный? Примерно 2/3. Я вообще такого никогда не видел. Вот сколько где не селишь, сколько где рыбу не пытаешься поймать, ну вот нету такого, чтобы, ну бывает такое, что эти чайки такие пролетели вокруг, посмотрели на воблер, а тут уже вторая, которая именно вот на него ловится, они какие-то, блин, конченые. Как будто они пластика никогда не видели в океане, блин, дикари. Может поэтому пластика и нет, потому что они, блядь, весь сожрали. Голодуха. Это ж как надо оголодать. Цепилась в воблер и летает вокруг, как и змей. Аки змей. Аки посуху. Чуть не погибло. Без толков. А если бы острым, а если бы в глаз? А если бы он вез патроны? Ростислав, скажите, зачем вам такая эстетичная веревочка? Чтобы не улететь. А куда ты собрался лететь? Ж птица. За крючком. Что ты собираешься готовить? Еду. Логично. Справедливо. Справедливо. А мы, соответственно, будем еду есть потом. Сейчас Серега выйдет, только скажет. А что ты ищешь? Лаваши. А, лаваши. Чапати. Ну. Лучше пока так. Уже пока уже можно есть. Ну, оно уже вкусное. А ну ты все уже. Не насыпай. Ешь. Подумай. Отказал у нас пару раз новая починенная помпа. Water pump. Угу. Внешне все было прекрасно, но только не работало. И как бы это грустно от этого стало. Грустно от этого стало. То, что здесь нам в мастерской сделали на скрутка, это хорошо. Скрутка, в принципе, нормальная. Надежная. Да. Ненормально, вот если видно. Видно. Вот а, здесь... крышечка, которая контактная группа там. Крышечка, ага. Контактной группы, и под ней не видно, что происходит. Снимаем крышечку контактной группы, видим плюс а? Нормальный, а питающий провод был вот в таком положении. А, он просто отвалился оттуда? Он абсолютно тут раздолбан. Понятно. Сейчас мы его поджали, и все заработало. Класс, отлично. Вообще ненавижу ходить возле островов. То есть это вечная срань. То есть подходишь, ветер... Ну, на острове высокое давление, ветер об него блокируется, ветра нету, тут вечно вот это, тучи, дождь капает, эта гадость вся. Короче, ужасно. В океане идешь себе, ветер дует себе, идешь там сутки, двое, две недели, три недели, пришел, убрал паруса. А тут, блин, что попало просто, что попало, ужас. О, ухари. Сережа пылесосит. Я сейчас выкинул.
Передавайте деньги за проезд. Сзади не передали. Пока сзади не передадут, никуда не поедем. Женя, ты как? Нормально. Хорошо себя чувствуешь? Уже лучше. Ну супер, класс. Ну что, давай, рифуем. Просто сейчас немножко передозит. Мы решили поставить рифы. Давай. Видимо, на четвертый или пятый. Давай, четвертый или пятый. Слишком много. Может, даже... Диночка, у тебя руки свободны? Да. Подбери синий шот. Это, конечно... Весьма... Нагленькая очень, история. Очень похоже на бардак и коррупцию. У тебя тут кнопки, и мало того, и если ты не хочешь тянуться к этой кнопке, ты можешь нажать вот эту. Это то же самое. Не то же. Это ты нажимаешь левой рукой, а это правой. А, да. Ну тогда вот так и так. Или так и так. И так. И вот там кнопка тоже заведена сюда. Ужасные вещи ты говоришь. Какая-то ватка у него в ушах. Ну что, пришло время убрать парус, потому что болтанка сильная. Я шучу, ветра нет. Ну, Сережа, жги адским огнем. Убирание парусов. Мы все равно против ветра идем. Ты же не мешаешь. Класс! Кит! Где? Китобои! У нас вовсю идет подготовка к ужину или к обеду. Сейчас посмотрим. Ростик, что ты приготовил? Еду. Класс, отлично. Подходит. Подходит? Сейчас подойдет. Кто работает, тот ест. Я ж прослезился, как он не выглядит. Не плачь, не плачь. Есть такое. Не плачь. О. Вот одной тарелки мало будет тебе. Вкусняшка? Ты все. Так. Все-таки ты. У нас ветер. Идет от 15 до 20 узлов, и вот угол к ветру увидите 35 градусов. По океану ходить против ветра, вот такая штука. Короче,
волны особо нету, но есть течение, которое нас притормаживает. Это уже мы входим в португальское течение, которое идет сверху вниз, с севера на юг вдоль берегов Португалии. И чуть-чуть дальше это течение будет уже просто тащить ровно вниз, а пока оно подворачивается к нам навстречу. И ветер, собственно, и вот это вот все, это потому, что мы не можем в это течение моментально войти. То есть нужно есть какое-то время, когда мы в это течение заходим, оно нас там будет мешать. Это где-то, наверное, день. И вот мы уже день моторили, сейчас день переключили. Батарейки нас, наверное, приказали долго жить, потому что пишут 67% и мигает значок low. Мы сейчас запустили генератор, и генератор нас заряжает. Выключили мотор, включили генератор. Короче, такой цикл нон-стоп, нон-стоп. Ну, зато скоро рассвет. Курасяо. Вон он. Летающая атлантическая пескада. Сейчас, секунду. Какая? Хороша, хороша. Может, она хочет летать? Давай. Выпустим. Да выпускай, что с ней делать. Хорошо чувствуется температура, здесь так стало холодно и промозгло, а все потому, что ветер, который дует вдоль Португалии, он идет сверху, там Англия и выше, и он спускается, и вот мы шли, было жарко-жарко, потому что ветер дул там карибский, а сейчас вот чувствуется такое, я сейчас покажу по прогнозу. Вот наш прогноз, мы сейчас находимся где-то вот здесь, видно, как спускается ветер. Ветер идет вдоль Португалии, идет он оттуда с севера, с северных морей, с холодных. И вот сейчас чувствуется такая промозглость, потому что раньше с Кариб дул горячий, теплый ветер, можно было сидеть в майке, а сейчас сидишь вот в флисочке и в термосике, а на ночь еще и шубку арктическую одеваешь на себя. В общем, прикольно, но думаю, скоро потеплеет. Так, ну что, сегодня мое дежурство. Я буду заниматься тем, что буду готовить шакшуку. Вот так как Ростик помидоров не ест, будем ее готовить с томатной пастой. Чтобы не упасть, внимание, здесь есть такая штучка у нас. Гедонизма. Ап. И стоишь. Короче, начинаем резать лук и, возможно, отчасти помидоры. Помидоры. Так, добавляем сюда Polpa de Tomato. Я так понимаю, что это томатная паста. Это все надо сейчас протушить, будет под крышечкой. Ну, такое себе решение, не очень. Ну, такое, ну ладно, чуть-чуть. Как-то так, в общем, будет. У нас 5 яиц. Нам нужно их
Нам нужно их 10. Ну все, теперь ждем. Краулер — это корабль. Все знают, да. Корветка. Да, корветка. Двигай корветку. Будем говорить по-английски. Двигай корветку. Готов? Не готов. Все, на максимуме. Уходи. Попробуй лич потянуть, чтобы задняя шкаторина не прыгала. А я продолжаю готовить завтрак, пока они меня мучают этими адскими углами. Нет, чтобы сделать капитану приятно, убрать все углы на момент приготовления. Нет, именно мочат, просто мочат, звери. Так, вот получилась вкусняшечка. Что там умничаешь, сидишь молча. Получилась такая вот вкусняшечка. Это шакшука, яйца, помидоры, томатный соус. Ну и, собственно, это все такое, чуть-чуть притушенное. Это тебе. Спасибо. Забирай, доедай. Приятного. Кончился ветер? Кончился совсем. Совсем закончился. Смотрю, ты в активной позиции. Правильно. Мне надо быть. Кто Ростику будет помогать, кроме него? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Какой прикол. Ты его сматываешь не в ту сторону. Да оставь, какая разница. Да. Кнопка газа. Какая красивая и большая. Ну. Ну-ну-ну, у нас закончился ветер. Поэтому, внимание, у нас есть чеснок. Что у нас есть еще из важного? А, забыл. Пиво. Пиво. Мейша Мареф. Топливо. Топливо Кэпа. Да. А так как меня не укачивает, я сижу и получаю удовольствие от процесса готовки. Бэ. Сейчас у нас кулинарное шоу. Не бэ, это к тебе, снимающему. Бэ, бэ. Дина, почему тебя укачивает? Скажи. Не знаю, у меня на третий день почему-то начало укачивать. Наверное, потому что близится мой день дежурства. И ты пытаешься всячески спетлять. И уже и рыгала за борт. А все же ведь заставили, да? Ну да. Так и что там у тебя? Вижу чеснок. Мне кажется, что этого достаточно до сегодняшнего вашего ужина. Я буду готовить что-нибудь, чтобы вот гадко выходило и вы не могли рыгать. Сегодня очень сонный день, сегодня все спят. Чтоб не рыгать. Одно из двух. На самом деле, как-то такая просто качка дурацкая, океаническая, она идет с борта. А боковая качка, она всегда гадкая. Ну и если там есть перерыв в хождении, то, конечно, будет укачка. А готовить мы будем сегодня, внимание. А, вот что, забыл. Так. Вот, пакетики у нас. Свежепойманный баран. Да ладно. Ну, в океане изловили барана. Это баран? Да, на удочку. Это баранина? Баранина. Как ты понял? А? Как ты понял, что это баранина? Ну, написано. Я покупала свинину. Да, а купила баранину. Серьезно? Это написано по-нашему, по-португальски. Так и написано английскими буквами. Баран. Все время зеваешь. Скажи спасибо, что не блюю. Ну,
спасибо, что не выдаешь, конечно. Все, вырубаем. Ну что, включаем газ. Такая кнопочка большая. Пиу, загорелась. А теперь внимание. Фуего. Фуего. Come on, baby, light my fire. У нас сегодня будет, между прочим, острый соус чесночный, который мы будем наливать вот в это вот все. Значит, я просто беру, что я беру? Польпа де томато. И сюда насыпаю много-много чеснока. Или и будет такой kind of patata brava, испанская. Но это не получится patata brava, потому что это польпа португальская. Не знаю, как это будет. В общем, совершенно другой язык. Совершенно. Здесь очень много специй и очень много чеснока. Будет огонь просто соус. Внимание, соус. Юбилейный жубилео перепири. Сейчас вы у меня все поймете. Сейчас вы у меня все узнаете. Как будет на утро вам? Огненно. Так, вот. Здесь всякие разные овощи. Здесь вот у нас мяско. Вот это, которое я вам показывал. И сейчас мы зажигаем духовку и палим это все. Сейчас спиткало разделять спортсменов на последнем этапе змагания. А тут будет на начальном этапе змагания. А нас, видимо, тащит течение, друзья мои, потому что у нас ветер 8, угол 35, а ход 4 узла. Это течение стопудняк тащит. С учетом того, что над нами голубое красивое небо, то есть мы идем в зоне высокого давления, на которое принципиально не рассчитывали. Да. Ну, другого объяснения не нахожу. Большая тяжелая лодка, да, со всем парусным вооружением, идет 4 узла при полном отсутствии ветра. Так не бывает. Так не бывает. Сказок не бывает. Наша вкусняшка, которая получилась. Просто тушеные овощи. Сейчас мы их так аккуратненько все разложим. Это первая часть. Так, а тут у нас мяско. Горячее. Ну что ж, приступим. Так, Ростик, вот это вот тебе. Спиртук есть. Это тебе. Дина. Это тебе. Так, ну естественно, ну куда же без вина? Что это будет у нас за ужин, если мы не откроем вкусную бутылочку? Так, ну что, друзья, приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Диночка, ты где? Женя у нас спит, да? Женя очень так уютно уснул. Ну, видимо, крепко сгорело. Я думаю, видимо, перегрелся. Так, держите. Не так. Тынь. Может, винишко? О, кстати, хорошее. Да, питейный. Ничего другого пока про него сказать не могу. Ну, в принципе, да. Можно, кстати, перевернуть. Так у нас сегодня все красиво. Будет солнце, а нам оно не нужно вообще. Хочешь тухляка?
Вот он тут, блядь. Когда вот такие солнышко, тучки, облака, всегда ветра нет. А когда какая-то чернуха такая черная, вот там вот нормальный ветруган, можно ходить. Я сейчас смотрю. Внимание. Прямо такой кусок мыла. Так, у нас очередное утро. Доброе утро. Девочка, доброе утро. Прошли мы уже 420 морских миль от Орты, и сейчас пришло время утреннего кофе. Кто там у нас на вахте, надо посмотреть. О, доброе утро. Доброе утро, Кипара. Не вахтуется тебе? Не, мне вахтуется отлично. Прям шикарно. Но без кофе я чувствую, что сейчас... Я делаю, делаю, прости. Извини. Сори. Пополз обратно в нору. Простите. А еще сегодня у Дины день рождения. С днем рождения тебя, звездочка. Чайничек, кофейничек. Как еще должно начинаться утро? Только так. А, я вижу. А кто это? Акулы так часто плавают. Похоже на акулу. Он еще два раза посрал, пока. Интересно, что это такое? Ну посмотрите, он иногда поднимается вверх. И виден длинный хвост и плавник. Это что-то мы намотали на винт. Да? Да, вон веревка идет сзади. Точно, вижу. И... А я думал, это. Не исключено. Вынимать этот хлам, который за нами волочится. Там, знаешь, либо сетка какая-то, да? На... Скорее всего. На снопе. Ну, да. Не-не-не-не-не. Да, автопилот пусть будет. Так, да. Забирать. Так, погоди. Да-да-да, отлично. Стоим в дрейфе. Колбасятина. Вообще в дрейфе стоять самое отвратительное мероприятие, потому что лодку болтает поперек, и это самое большое тошнилово, которое может быть вообще в яхтинге. Ростик решил одеть носки. Я его спрашиваю, говорю, ты носки хоть грязные одел для оптимизации? Он говорит, самые вонючие достал из коробки. Заодно постирает. Я не, я думаю, не очень. Тут холодное течение начинает. Все, он ушел. Реально нету. Ничего нету? Ушел, видно, когда остановились. Это хорошо. Возможно, на радаре так не находится в ответ. Просто повезло. Запанулся там за хвост. Ростик, холодная вода? Как в Марине, только чистая. Реально ушел. Блять, воды нету, ополоснуться. Вот это засада. Ну возьми с бутылки. Три оборота, три оборота, еще один. Жень, еще один. Ага.
Да-да-да, все правильно, натягивай полностью. Молодец. Три и заводи направляющий. Потому что она попробует тут будет, знаешь, подниматься. Будем называть тебя Сережа Мясорубка. Да. Такая синхронизация рук должна быть адская. Выглядит это, конечно, полный дрочь. Что-то она выпадает, да? Погоди, нет, она идет. Видишь? Сломалась помпа. Помповик-затейник. Это я. Ты ее уже починил? Что там было? Ой. Короче, наш великолепный механик, конечно, все нам перебрал. Но оставил напрочь гнилые провода, ну просто везде. И это везде отваливается. Отваливается вот уже третьи сутки. Сейчас, надеюсь, не будет отваливаться. Перебрали все. Заменили провода на веревки, теперь будет надежно. Да, на хорошие новые шкоты. Ростислав, что там? Рыба! Курась! Карась! Дождались карасей. Красиво выпрыгнула. Пуля, потому что в цель. Я еще чтоб была махи-махи. Я держу, опускаем на это. У меня также ушел, поэтому я не буду снимать. А? Красота! Это же марлин, да? Ты пробил его насквозь? Да, да. Ну не насквозь, я нормально его держу. Я тебе пару слов. Вот он! Выбирайся, пока не шмякнулся. Я не говорю, что он прыгнул, я прям видел. А машины жмали и прыгают. Снимаю. А, вот он, марлин. Тут килограмма 3, наверное. Сейчас будем его есть. Нам. Лимоны. Все, лимоны готовы. Вот мы их сюда дожимаем и мешаем. Все, 5 минут и севиче будет готово. У нас просто нету соевого соуса. А без соевого соуса это не надо. Ну как это, можно есть, но если нет соевого соуса, то лучше намешать с лимонами, чтобы оно было вот где-то вот так вот, как сейчас. А сегодня у нас что-то очень прикольное будет, помимо... Ох, а ну, а тыкни чем-то. Мягко? Ух, прикольно, класс. Так и должно быть. Что это? Это омлет. Вот такой омлет? Да. Таких омлетов сверху, не бывает. Он сверху закрыт этой лепешкой. Лепешкой? Да. Класс. Ой, ты какая милая. Что это такое? Вау. Омлет. Омлет. Класс. С вурстами внутри. Приятно. Давай. Ну что, как получилось? Отлично. Я же не могу себя плохо обозвать. Я думаю, что ты обязан сказать самое лучшее. Такс. Вот это звук. Ха, ёптить, а? Ага. Держи. Ага, добрый вечер. Да. Раз. Раз. Два. Два. Трес. Евгений.
А мне сока нальешь еще? Я ж тебе налил. А я уже выпила. О, Ростислав, не могли бы вы передать? Не налью. Не знаю, как у вас это получится. Благодарю. Красота. Это тот нарядный с плавником. Да. И острым носиком. Синий марлин. Он сам. Вкусный. Орлин. Да. Когда еще поешь марлина свежего? А думаете, он был свежий? Гад, не из банки? Не обидел. Че, не обидел? Меня меньше он всех, такая кстати. Же. Дай сюда мое пиво. Жадный человек. С днем рождения! С днем рождения! Спасибо. С днем рождения! Тин-тирин. С днем рождения! Этот марлин знал, когда. Ну, попас. Приплыл. Когда ему пора надо умереть. Звезды. И морские боги подсказали ему. Что ты должен умереть прямо здесь. И сегодня. И прямо да. Сейчас. А ну, марлин, ходи сюда. У меня хороший день. Хороший день. Ой, е. Эль Курасян. Ужас. А ты что смотришь-то? Я ищу, как почистить нам такое. Знаете, у нас диванных их сменов, это называется колесико, на котором скорость видно. То есть это не как у настоящих за борт бросать груз на ходу, чтобы понять, какая ну, глубина. Эта штука, кстати, тут тоже есть на Амели, причем фирменная. Да? Ну то есть это из серии мерить глубину этим лагом, потом... А скорость узлами. Да-да, еще можно мерить, это по секстанту ходить, все. По секстанту. Но я ходить. Расскажу, что есть, в принципе, вот такая штука, как Raymarine, уже давно изобретена. Но, в принципе, мы можем мерить глубину вот таким вот грузочком на узелках. Да, у нас он есть, кстати. А еще интересная штука, в Амеле двигатель, ну, здесь все дублировано, два автопилота, это шикарно. Два двигателя. О, еда идет. Опять. Рыж. Так это ладно. А что с ним? Марлин. Марлин, именно. Вау-вау-вау. Настоящий марлин. Вина? Avec plaisir. S'il vous plaît. Ёптить. В холодильнике стоит. Тот, который в холодильнике был поставлен. Иди к нам. Уже можно. Разрешаю за общий стол по законам шариата. Пошли. Так и быть. Мы уже доели. Смотрите, что это мы пьем? Покажи этикет. Сего. Сего. Сосего. Класс. Что вы там долго так? Что у нас сегодня под марлина подают? У нас сегодня розовая. Сосего. Португальская розовая. Номерное. Наступил.